Мое любимое масло лаванды. Привет от Татьяны, 49 лет. У нас с вами обзор масел Дотеры. А масло лаванды можно наносить в чистую на кожу непосредственно, без разведения. Оно очень деликатное. И, знаете, я так искала масло лаванды, когда перестала с ними работать. Это год я их искала. Я покупала разные, и я очень люблю масло лаванды. Я после умывания могу его нанести, ну, вот так, примерно на нижнюю часть и на шею. Мне очень нравится воздействие. Кожа такая плотная становится, ухоженная, блестит. Ну, блестит красиво, как не блестит, сияет изнутри. И знаете, не нашла масло. Я только из-за лаванды и вернулась в Дотеру. Знаете, что я уточнила, оно дистиллируется в Дотере 300 часов, по-моему, или 800, нет, 300 часов. А в других марках может дистилляция быть 2 часа. Представляете? И вот это очень чувствуется. Прям, ну, до того эффект хороший. Еще масло лаванды, то есть вы его можете как, да, нанесли на лицо. И мне нравится непосредственно на морщинки, на носогубки я люблю нанести. И еще очень хорошо с ним делать массаж головы. Просто идеально. Регулирует деятельность сальных желез. Прям берете, да, эфирное масло и вот так на кончиках подушечек прям прорабатываете апоневроз черепа. И у вас очень сильно улучшается рост волос. Рост волос, укрепляются луковицы. И вот у меня кто делал из моих девчоночек, у нас есть такое наблюдение. Может быть, у меня недостаточная выборка для крупного социологического исследования. Да? И может быть, количество моей выборки не будет претендовать на серьезную истину. Но есть такое предположение. Базируясь на моем объеме работы, перестраховалась я, да, хорошо, что седых волос все-таки становится меньше. Либо они перестают новые появляться, когда вы луковицы массируете хорошо, а либо они, в принципе, их становится меньше. Вот чудеса-то такие, да, есть такие чудеса. У меня, кстати, эти седые волосы вот здесь вот прямо на висках начинали появляться. Я даже начинала закрашивать их. Ну, вот сейчас ничего нету. Вот тут есть 3 волосины, я их знаю в лицо, надо... Вот я сейчас вернулась к Дотере, сейчас я их уберу. В общем, обязательно пробуйте масло лаванды и пишите мне, как вам эффект, какими марками вы предпочитаете пользоваться. Ну, а те, кто хочет также Дотеру, пожалуйста, звоните моей помощнице Ирине. Телефон я оставлю в закрепленном комментарии.